Свыше 250 компаний примут участие в 30-й юбилейной выставке «Газ-нефтехнологии», которая пройдет в Уфе с 24 по 27 мая. На крупнейшем отраслевом форуме свои достижения и продукцию представят предприятия свыше 30 регионов России. Присоединятся участники из Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Монголии. Экспозиция развернется на двух площадках – закрытой и открытой, где выставят спецтехнику, оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений. Причем 45 предприятий примут участие в форуме впервые. Одновременно пройдут B2B-переговоры. В рамках деловой программы состоится стратегическая сессия, а также будут работать дискуссионные секции, круглые столы, конференции, на которых обсудят основные тренды, вызовы и прогнозы развития нефтегазовой отрасли в ближайшее время. Основная тема, которую мы сегодня ставим, это импортозамещение. Все-таки предприятия и нефтяной, и газовой отрасли с этим столкнулись. Если по газовикам мы работу также ведем с 2014 года по импортозамещению, здесь покажем и наше предприятие, то, что они делают, то, что изготавливают в рамках импортозамещения. То же самое по нефтянке, если брать компанию «Башнефть», в рамках открытия будет презентовать запуск нового производства РНК, то есть от катализатора, тоже проект направлен в рамках импортозамещения. Также на форуме обсудят темы дегазификации, кадровой политики и многие другие. Для участников и гостей предусмотрены технологические туры на промышленные предприятия региона, культурная программа, зоны деловых встреч. Добавлю, по оценке экспертов, уфимская выставка – одно из ключевых событий в нефтегазовой отрасли страны. За 30 лет она стала мощной платформой для презентации новейших технологических процессов и способствует динамичному развитию промышленности с помощью инновационных разработок.